С нами Александр Рева. Он сейчас нам подскажет, ну как же все-таки стать правильным продюсером. Да, друзья, не экономьте. Чтобы стать настоящим продюсером, вкладывайте в качество. А так, в целом, конечно, любите свое дело. Не ставьте в приоритет финансовые показатели, а ставьте именно качество. Если это творчество, то качество контента. Если это что-то в бизнес, то, соответственно, именно сама идея пусть выигрывает, пусть на первом месте стоит сама идея. Всех продюсеров, всех новых продюсеров, абитуриентов и так далее я поздравляю с Новым годом, с новым 2018 годом. И пусть он для вас станет самым запоминающимся и самым светлым. С Новым годом! Спасибо!